Семьи участников специальной военной операции посетили балет «Тысяча и одна ночь», который проходил на Приморской сцене Мариинского театра. Губернатор Приморского края Олег Кожемяка поблагодарил собравшихся за мужество и героизм в борьбе с нацизмом. Мы по праву гордимся подвигами и мужеством наших солдат и офицеров, которые сегодня воюют с нацистами. Склоняем головы перед павшими товарищами, память о которых всегда останется в наших сердцах. И мы вместе с вами делаем одно большое дело. Все мы являемся надежным тылом нашего фронта. Ранее балет Фикрета Амирова «Тысяча и одна ночь» с триумфом прошел на мировых площадках – Большом театре в Москве и Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.